Индира – это художественный руководитель вокально-хорового ансамбля «Мирас». Следующий у нас директор этого коллектива, директор-продюсер. Это Данизя. Да. Следующий, значит, у нас один единственный детский коллектив, руководитель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Зэмзэмия Сахабутдинова. А я как сказал. Так, у нас заведующая библиотека, у нас прекрасная библиотека, и у него прекрасный совершенно руководитель, и она лауреат международных конкурсов Татармова Зульфия Халилова. Теперь у нас новый коллектив, этнографический, татарский этнографический коллектив НУР, руководитель Алсу Фаткуллина. Руководитель общего музыкального образования, фортепиано и концертмейстер нашего татарского культурного центра Джамиля Савинова. Лауреат международных конкурсов, класс ведет вокал, класс вокала. Прошу всех детей и взрослых приходить в этот коллектив. Это Найля Бусметова. Мы очень большое внимание уделяем, конечно, татарскому языку, поэтому у нас два коллектива. Студия «Татарский язык», детская группа, это Рахманиасия. И взрослая группа, это Марта, где ходит очень многочисленное количество взрослых, прекрасный кандидат наук, каких? Нескольких наук, Лилиана. Оказывается. Так, у нас прекрасный коллектив, Медина, Медина, который руководит, и еще у нее там детская группа есть, взрослая группа, и Медина, коллектив, очень знаменитый коллектив, сейчас они следующие вот гастроли у них в Татарстане начинаются скоро на днях, заслуженная артистка России и Республики Татарстан, Найля Фатехова. Тоже очень хороший, прекрасный коллектив у нас, хореографически, они там танцуют тоже. Сегодня покажу свое искусство. Вокально-хоровой ансамбль, которым руководит Сания Шакирова, лауреат международных конкурсов. Продюсер и директор этого коллектива Наиль Гарифзянов. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, руководитель прекрасного народного коллектива, танцевального коллектива Ильдан Радик Яваев. У нас театр-студия взрослых, также театр-студия Газиз Гайля, руководитель Танзиля Константинова. И без кого мы не обходимся, который день и ночь с нами, секретарь, референт нашего тут культурного центра и солистка, вокалистка Зельфиря Ильясова. Вроде всех. Но, естественно, директор нашего прекрасного здания, директор нашего прекрасного творческого коллектива Татарского культурного центра Анвар Умарович Хусейнов. У нас теперь есть, я мужчин, видите, забыл, сейчас скажу мужчину, представляю, сейчас, ага. Этот у нас класс баяна есть, куда ходят дарявкельбюрилер, палашаваларда, лоларда. Прошу всех, которые маломальски играют на баяне, пожалуйста, приходите, он вас в течение буквально полугода научит прекрасно, как Беляев, играть на баяне. Приходите, Рушан Люкманов. Так,
И у нас, которые, вот я сказал, у нас есть люди, которых мы не можем обходиться. Да, и человек у нас, который не можем обходиться, конечно, видите, я говорю, не кричу своими связками, не насилую их, а легко, мягко говорю, прекрасный итальянский, американский шур. Микрофон, говорю, который нас выручает, всегда ставит свою аппаратуру. На всех концертах почти что поет, радует наших зрителей Рафек Валитов. Еще прекрасно на всех концертах, лауреат международных конкурсов, вокалистка, прекрасная актриса театра и кино. И сейчас перед вами она выходит самой первой, там одна из красивейших наших женщин. У нас, правда, все очень красивые. Галия Аюпова. Рахмет Ильдаров. И у нас вот, да, Марс Абы Гарипов, который... постоянное участие наших драматических студий театров. Пожалуйста. Ветеранларнын ветераны инде. Так. Так, и еще не все. Раз у нас гости на сцене, поэтому Ахтареева. А за Чулпановича мы тоже вручаем, конечно, обязательно цветы. Ну и, конечно же, художественного руководителя нашего Татарского культурного центра, заслуженного артиста России Ильдара Шигабова. А Свет я забыл, оказывается, извините, такие красивые цветы надо. И Равиль Саидов у нас еще.